Леся Чикарюк – необычный фотохудожник. У нее редкая форма ДЦП, первая группа инвалидности. Однако недуг не мешает девушке путешествовать и заниматься любимым делом – фотографировать лошадей. Лошади для Леси, говорит она, – это любовь с первого взгляда. Езжу на лошади, но из-за болезни. Это мне очень нравится и помогает. Многие занимаются именно вот ДЦП и по терапии. И я тоже, я уже очень давно этим занимаюсь. Больше 10 лет хожу верхом, занимаюсь верховой ездой, езжу на лошади. Но это совершенно непередаваемые ощущения. Это очень здорово. Первой фотомоделью Леси стал ее конь по имени Шанс. У меня появилась своя лошадь, и я настолько любила его, коня, и начала его фотографировать. И мне это очень понравилось. И вот с тех пор увлеклась этим творчеством. Сначала плохо получалось, но потом постепенно я научилась. Творческое вдохновение, стремление к самосовершенствованию и, конечно, любовь к лошадям стали залогом профессионального роста. Фотографии Леси Чикарюк экспонируются на выставках, публикуются в журналах. Одно из последних достижений фотохудожника – победа на международном фотоконкурсе. Для нее это просто необходимо общение с лошадьми. А то, что это приносит еще и столько радости, это не только в каком-то плане лечения, но еще и очень много радости, очень много позитива. Безусловно, я рада и я горжусь своим ребенком, который занял на международном конкурсе первое место в черно-белой номинации. Это дорогого стоит. Фотографировать лошадей непросто. По словам Леси, существуют даже специальные курсы, на которых учат запечатлевать именно этих животных. Но она училась сама, потому что главное – это упорная работа и любовь к лошадям. Да, это на самом деле трудно. Этому нужно учиться. Есть даже курсы фотографов, именно конных. А вы сами учились? Да, я сама училась. Нужно понять сначала, какой характер у лошади. Нужно подойти к ней, иметь подход к ней. А потом уже сформировав какое-то мнение о характере и нраве животного, тогда можно отразить это на фотографии. Эта выставка уже 8-я. За годы увлечения фотографией Леси Чикарюк запечатлела более полусотни лошадей. В конюшнях, на ипподромах и даже в Кавказских горах. Разные породы, разные масти, разные характеры. Я бы хотела поехать в Португалию. Там есть такая порода лошадей. Называется лузитано. Там только там выращивают эту породу. Она очень знаменитая в Европе. И я бы очень хотела их пофотографировать. Они невероятно красивые, очень маневренные, очень быстрые. Познакомиться с творчеством Леси Чикарюк можно в зале терминала 42. Выставка продлится до 4 ноября.